Здравствуйте, друзья! Хочу рассказать вам веселый случай, который приключился у нас тут на днях. Была девушка, такой бангалорской национальности, из Индии. Она пришла тест сдавать вступительный и что-то совсем завалила тест. Ну, говорит, я пользователь Мака, значит, а тут у вас, значит, PC-шка, и, в общем, я из-за этого не сдала. Мы ей говорим, ну, ты же видишь, вот, что чего, вопросы там поняла. В общем, двигай, и потом придешь через месяц, там еще сдашь. Она приходит через месяц и снова не сдает, причем не сдает, так, знаете, катастрофически. Ну, то есть, не то, что там по мелочи, там, мы бы ей натянули, но нет, ну, то есть, серьезно. Приходит сдавать третий раз, да, как это в сказке или там в анекдоте каком, третий раз приходит. Но третий раз она уже с мужем. Ну и тоже катастрофическая такая ситуация, то есть полный провал. И, значит, ну мы ей говорим, ну солнце, говорим, ну правда, ну не можем. То у тебя был маг, то у тебя там еще что-то, ты за это время уже могла там, ну, повторить, посмотреть, ты же знаешь все наши тесты, в общем, такая история. На что ее муж сказал, вот это я к этому-то все клоню, на что ее муж сказал, я 3 года в Яху работаю, и я бы ваш тест тоже не сдал, такой он сложный. Вот такие люди работают у нас в Яху. Значит, честно сказать, он не уточнил, чем он там занимается, и мы у него так тоже не стали отдельно спрашивать. Но, в общем, скажем, такие задачи, как там сохранить файл, пересохранить там документ под другим именем, положить его в фолдер, поменять имя фолдеру. И вот такого плана вещички, значит, вот он 3 года проработал в Яху, сделать бы не смог. Вот такие у нас ребята работают в Кремниевой долине. Счастливо!